Глава Евросоюза Жан-Клод Юнкер выразил недовольство поддержкой Трампа итогов референдума в Великобритании о выходе из ЕС. Политик пригрозил американскому президенту, что поддержит стремление штатов Огайо и Техаса выйти из состава США, если глава Белого дома и дальше будет агитировать за Брекзит. Об этом Юнкер заявил во время выступления на съезде Европейской народной партии. Брекзит – это не конец, как хотели бы многие. Например, недавно избранный президент на другом континенте довольно потирает руки от того, что британцы покидают Евросоюз. Он, по сути, попросил другие страны сделать то же самое. Если так будет продолжаться, я тоже потребую независимости для Огайо или выхода Техаса из США.